Привет, дорогие друзья! Я Аня, вы на канале Magic Family в нашем зоопарке! Кто побежал? Это щенок ланкаширского киллера. Адам и Илай носятся. У нас потеплело, все потаяло. А мы хотим передать приветик случайным репостнувшим наше видео из группы ВК или с моей страницы Марии Лежниной, Веронике Трофимовой и Софье Володиной. Привет, девчонки! Хара пошла гулять, и Васик бежит. Миша уже второй раз застревает на лестнице и никак не знает, как ей спуститься. Спускайся. Страшно. Мишка боится спускаться по лестнице. Незаметно с ними. Мамочка, ты где? Вот. Комментарии, оставшиеся без ответа, попадают в видео. О, куда все? А Варю кормить? Мы тоже хотим кушать. А когда мы тоже хотим кушать? Мы тоже хотим. Все такие, мы тоже хотим. Вчера в нашей группе у администратора по имени Настя Гаськова был день рождения. Настенька, мы тебя поздравляем с днем рождения и желаем тебе, чтобы все твои мечты сбывались. Как только появился наш канал, и мы создали группу и искали админов, появилась Настя. Мы очень рады, что находятся такие люди, которые так долго с нами. Спасибо тебе, Настенька, с днем рождения тебя. Настя, скажи, с днем рождения, Настя. С днем рождения, Настя. Вот так вот. Как вы знаете, у нас живут канаречки. Это Кеннер, мальчик. Он сейчас сидит в отдельной клеточке, потому что наша красавица девочка, его жена, отложила яички в своем гнезде. Там внутри два яичка лежит. Два детеныша маленьких канарейкиных. Так что скоро будут малыши канаричата. Вот такой у нее домик с гнездом, куда она залазит и высиживает яйца. Здесь у нее короб, колокольчик, зеркальце, чтобы она смотрелась. Водичка. И вот сейчас она одна живет в такой большой клетке. А он живет вот там вот. И поет ей песни теперь по вечерам. Когда спускаешься с лестницы, можешь ее понаблюдать прям рядом. Хотя она висит на высоте. Там вот, под потолком практически. У малыша тоже тут поилочка, кормушечка, камешек. Певец, спой. Спой что-нибудь. У нас до этого была всего одна канарейка, точнее мальчик, но канареек мальчиков называют Кеннер. И совсем недавно, месяц где-то назад, нам пришла идея завести ему девочку. Мы купили ее у заводчика канареек, и он сказал, что если они заведут деток, придется их рассадить. Иначе мальчик настолько будет беспокоиться, что может даже выдирать из себя перья. Поэтому теперь они пока что живут в отдельных клетках. И он ей поет песни своей любимой Дашеньке. А она ему иногда отвечает такими какими-нибудь короткими фразочками. У нашей малышки яйца разных цветов. Одно зелененькое, другое беленькое. Оказывается, канарейки сидят на яйцах всего 13 дней, то есть 2 недели. Не так много, да? Если хотите отдельное видео про нашего попугая Сару, ставьте лайк ей. Да, Сара, помаши всем ручкой. У нее такие перышки, синие, желтые, зеленые, красные, оранжевые, да, Сар? А когда у Сары растут новые перья, они растут вот так вот, как пластиковые трубочки. Это так необычно вообще. Вчера мы определили победителей конкурса на плейлист. Мы их имена написали в группе ВКонтакте. Да, Мишка вот не одеваться не хочет и теперь дрожит, да? Скоро мы с вами созвонимся, пообщаемся в ЛС. Мы вам сделаем видеосигны и покажем вас видео. У нас есть и другие птички и животные. Продолжение следует. Впереди еще много всего интересного. Ролики выходят каждый день, так что подписывайся на наш канал и не забывай нажимать колокольчик. А еще подпишись на мой канал Animagic, там тоже очень весело. И тоже ролики каждый день. Увидимся! Вот это вот, блин, работа!